считаете, что нужно еще в городе украсить, чтобы он был более праздничным к Новому году? Жизнь. Это как? Глобально. Вот новогоднее украшение площади раньше мне нравилось больше, нежели вот в прошлом году, допустим. То есть, ну, вот эта елка, она одна единственная, конечно, красивая, а вот Дед Мороз какой-то, мне кажется, все-таки не в тему. Если честно. Такое ощущение, что, ну, простите, собаку нарядили в костюм Деда Мороза. Ну, такое вот ощущение у меня сложилось. У моих детей тоже. А мне нравятся на деревьях фонарики, вот эти лампочки. Вот как в больших городах. Красиво вечером. Деревья украшены. А у нас да, как-то... Точно, у магазина у какого-нибудь, еще где-то в углу. Для меня он самый праздничный всегда. Поэтому я иду и не замечаю. А если замечаю, то думаю, без этого можно было обойтись. Здесь и так красиво. Вот у меня, вот, допустим, город Перевозки, он не такой красивый, как этот. Ну, в прошлом году деревья украшали. В этом году что-то незаметно этого нигде. Я считаю, что город недостаточно украшен. На центральных улицах не так много объектов новогоднего характера. Елка еще не установлена. Я думаю, что на основных пеших площадках, в парках, как-то, вот, допустим, парк у речки, который, там уже гирлянда висит, там уже как-то деревья украшены. А в центральной части, в старом районе, вот здесь, недостаточно украшены. Да, я думаю, что у нас и так неплохо все украшено. Я думаю, сейчас проблемы посерьезнее есть, как бы, в плане ковида. А как он украшен? Да, главное, чтобы все здоровы были. Я бы хотел видеть ледяные фигуры. Типа, вот в некоторых городах стоят, так очень красиво. Особенно, когда подсвечивают их, так вообще. Огонечков не хватает, мне кажется, по вечерам. Поэтому вот что-то такое. И побольше елочек, потому что не хватает зелени зимой. Ставить елку внутри города. Ну, вот были практики, когда на деревьях развешивали яркие лампочки. Оно приятно посмотреть, красиво прогуляться с детьми, с внуками. Ну, еще что. Можно украсить что-то туда, конец Ленина, у Комсомольской площади. Там, собственно говоря, ничего не делается. Был когда-то праздник один раз. Вот там можно еще украсить. У нас и так все красиво. Можно в парке какие-нибудь гирлянды сделать. Можно вот здесь на проспекте Ленина, где площадь, там что-то украсить.